60 стран мира, более 500 студенческих команд, более 10 команд из России. Все это «Формула Student». «Формула Student» — это международные студенческие инженерные соревнования, изначально организованные сообществом автомобильных инженеров. Соревнования входят в серию студенческих инженерных соревнований SAE. Основные задачи каждой команды — проектирование, постройка и испытание прототипа гоночного болида класса «Формула». С каждым годом растет популярность и престиж этих соревнований. «Формула Student» является кузницей кадров для самых популярных в мире автогонок «Формула-1». «Формула Student» не уступает «Формула-1» ни в масштабе мероприятия, ни в инженерных решениях. Тольяттинский госуниверситет является постоянным участником международных соревнований «Формула Student» с 2008 года. Наряду с Московским государственным машиностроительным университетом и Московским автомобильно-дорожным государственным техническим университетом ТГУ стоял у истоков студенческого формульного движения в России. ТГУ является единственным представителем движения от Самарской области. За время работы над проектом ребята-участники команды приобретают навыки и компетенции, которые помогают им в дальнейшей профессиональной деятельности. В 2014 год стал прорывным для команды ТГУ. В рекордные сроки был построен болид White Shark 2014, который при этом полностью соответствовал всем жестким требованиям регламента. Год 2015. Четвертый болид от студентов Тольяттинского государственного университета. Black Bullet, черная пуля. Еще быстрее, еще маневреннее. Результат – третье место в общем зачете на российском этапе «Формула Student 2015» в Москве. Спецприз – Кубок инженеров за инновационность от конструкторов Nissan. Black Bullet развивает максимальную скорость до 220 км в час. В болиде воплощены усилия специалистов разных профилей – от механиков до экономистов. Команда Тольятти Racing Team готова достойно представить родной город и весь регион. Молодые автоинженеры открыты к сотрудничеству.